Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, начнем с того, что забираем свои ежедневные награды за Лигу Мастеров 3 звезды. Так, откроем, наверное, пак. Так, что у нас там? Мутагеноид выпадает. Окей, теперь идем сюда и начинаем искать детали на нейтрализатора. Так, и нам нужно с тобой найти 8 кружек, получается, да? Ну что же, надеяться будем, что за сегодняшнюю серию мы найдем. Так, это уже вторая кружка выпадает. Третья. Четвертая. Так, еще 4 нужно. Пятая. Здесь промашка. Здесь опять промашка. Да что ж ты будешь делать? Так, шестая. Так, комиксы из канализации выпали нам. Здесь опять просто мутаген. Так, вот она кружка. И последнюю. Все, все, друзья мои. Прокачиваем до 4-й ступени хвост-телепорт. Так, и что же нам тут дальше нужно искать? Ёк-макарёк. Так, 10 геймпадов. Получается 14 ячеек кренгов силовых. И 17 наушников. Ё-моё, офигеть, а чё так много-то? Ладно, ребята, нам все равно деваться некуда, будем искать. Но уже в других сериях. Так, сейчас мы здесь забираем с тобой награды, поднять уровень персонажа и пройти серию испытаний. Ну, так как мы с тобой в прошлой серии прошли, да, мы начинаем, естественно, все с самого начала. Так, ребята, сегодня поздно уже, как бы я пришел только с работы, время 11 часов вечера. Этот видос, я надеюсь, выложится уже завтра. Ну, не с утра, а, наверное, днем где-то. Почему решил, ребята, записать серию? Сегодня же у нас пятница. А в пятницу что у нас происходит? Правильно, в пятницу у нас открываются особые события. А так как у нас с тобой технодром и там крэнк, естественно, мы будем с тобой сегодня его фармить. Как говорится, чем раньше мы начнем, тем больше шансов, что мы быстрее на него накопим. Так, ну что, первая волна пройдена, переходим с тобой на вторую. Здесь я, наверное, сделаю все-таки супер удар, чтобы долго здесь с ними не волтузиться. Давай, наверное, сделаем укус. Ё-моё, я думал, а вот так вот ты сделал, хорошо. Так, ну, давай, Лео, добивай его. Все, отлично. Ну, уровень персонажа вряд ли мы сейчас с тобой поднимем, потому что элементарно не хватает мутагена. Ну да ничего страшного, у нас с тобой впереди еще арена. Я надеюсь, нас там скинули хоть чуть-чуть. В первый раз такое говорю, да? Надеюсь, что нас скинули хоть чуть-чуть. Обычно говорю наоборот. Надеюсь, нас не скинули там. Ну что, так, у нас тут еще, смотри-ка, телепорт разыгрывается. Так, смотри, меня сбросили, друзья, до 87 ранга. Ну что же, я этого так просто не оставлю. Естественно, будем сейчас с тобой выбиваться в топчик опять же. И здесь нам поможет Супер Шреддер. Подожди-ка, давай-ка мы возьмем Супер Шреддера, возьмем с тобой Зека, возьмем, пускай будет Рокзар, так уж и быть. И вот так. Риски есть определенные, тут не поспоришь. Но смотри, в чем дело. Зек сейчас бросит бомбочку с надеждой на замедление, да? Смотрим. Отлично, практически все замедлились. Тут сразу подключается Супер Шреддер со своим постепенным уроном. Сам прекрасно видишь, да? Ну и дальше идет все по накатанной. Уничтожаем с собой этого. Видишь? И запах изо рта. Все, а этот от постепенного урона. А, мы его так добьем. Вот и все, друзья мои. Ну, в любом случае, если бы даже железноголовый, ну, вдруг каким-то образом промахнулся бы, он все равно погиб бы от постепенного урона. Так, ну что, начало неплохое, двигаемся дальше. 76-я позиция. 76-я позиция, и мы с тобой возьмем, наверное, вот эту команду. Я опять же возьму Супер Шреддера. Возьму здесь Донателло, Криса Брэдфорда, возьму Ванюшу. И возьму, наверное, ну давай Майки. Давай с тобой возьмем Микеланджело. Естественно, Микеланджело сразу же делает уворот, уклоняшечку, чтобы по нам не попал никто. Так, ну теперь, естественно, супер атака, шипы. Прекрасно.
Двоих сразу убрали. Так, кто у нас тут самый крепкий? Наверное, вот этот, да, будет? Выносим его. Двоих сразу же. И, ну, давай гранату бросим. Все, друзья. Вообще изично прошли. Мне так нравится, когда мы быстро проходим без каких-либо хлопот. Ну что же, двигаемся дальше. И я думаю, что 60-я позиция у нас будет. А, 64-я, ну, почти угадал. Так, здесь я возьму, наверное, вот эту вот команду. Опять же, Супер Шреддер. Возьму здесь нашего Усаги. И вместе с ним пойдут, ну, вот эти вот ребята, предположим. Тут, в принципе, без разницы, кого брать. Главное брать, кто послабже. Поехали. Так, ну, Усаги, естественно, сейчас, ребята, возможно, даже повесят по степенку. На троих, на четверых. Ну, а Супер Шреддеру тут, знаешь, добить легче простого. Хотя, блин, я думал, что кабан сейчас будет выпендриваться, но на нем постепеночка висела, поэтому она его и уничтожила. Ну что ж, прекрасно все идет у нас. Давай 50-е место мне. 52-е, отлично. Ну что же, двигаемся дальше. Я возьму, наверное, вот эту вот команду. Тут у нас поработает с тобой Армагон и Леонардо. Да, они будут в тандеме вдвоем. А мы возьмем с тобой вот таких вот двух Леонард в придачу и Бибопчик. Ну что же, поехали. Так, начнем, наверное, с валуна. Это, в принципе, наш стандартный удар от Армагона. Слушай, а это случайно не захиляет? Нет, не успеет. Все, ребят, сейчас Леонардо, естественно, всех распетрушит. Да, а вот если бы Донателло применил бы, предположим бы, отхил, то уже все совсем было бы по-другому. И поверь мне, было бы все печально. Так, ну что, сороковушку дадут мне? Нет, 41-е место. Окей. Так, не грустим, не унываем, продолжаем. Ну что, придется опять брать Супер Шреддера. А вместе с ним пойдет у нас... Кто с ним может пойти? Конечно же, Армагон. Ну, здесь уже можно, ребята, вообще брать самых-самых слабых наших бойцов. Именно вот этих вот 45 уровня, которые находятся в серебряном ранге. Да, и просто их отыгрывать. Начинаем с шипов, конечно же, и заканчиваем валуном. Вот так вот. Ну что, и по моим расчетам сейчас должно быть у нас 30 место, потом 20, 10 и финалка. То есть по 10 ступенек мы с тобой должны пролетать. Смотрим. Да, даже чуть-чуть побольше мы с тобой перелетели, по-моему, там 12 ступенек. Ну что же, я возьму тогда вот эту вот команду против нас. Опять же, Армагон Шреддер. Тут можно... Да не буду я брать Бакстера этого. От него все равно здесь толку мало. Почему мало, ребят? Ну потому что до него даже очередь не дойдет. Потому что сейчас будет Супер Шреддер делать шипы, Армагон свой валун и все. А Бакстер, может быть, где-то пригодится, когда мы захочем с тобой, например, потратить всего лишь один откат, а не два. Кстати, вот это вот плохо. Ты видел, что у Крайки инициатива нифиговенькая была? И она сделала смертельный поцелуй именно на коже голову. Я еще удивлен, что он удержался. Потому что он у нас вообще не прокачанный. И причем 52 уровня, а это 78. Было рискованно так, но я не ожидал, если честно. Ну что, 18 позиция у нас с тобой в данный момент. Давай-ка я, наверное, возьму вот эту вот командочку. Опять же, все по стандарту. Опять же, берем с тобой каких-нибудь слабеньких. И это у нас Донателло ролевой. Так, Донателло, Донателло и Рафаэль. Вот так вот мы с тобой сделаем. Ну что же, давай попробуем. Завтра, друзья мои, крайняя смена. Потом будет выходной. На выходном поиграем, а то неделя была очень загруженная. На длинном выходном очень много каких дел переделал. Я думаю, что ты заметил, да, по видосикам. Так что, ну тут видишь, тут тоже не разгуляешься. Короткий выходной. На нем как бы только начнешь, только разгуляешься и все, уже на работу опять идти. Так, ну ладно, сейчас не об этом. Сейчас нам нужно занять с тобой топовое место.
Вот такая вот у меня, хотел сказать, мечта. Не мечта, ребят, вот такое вот у меня желание сегодня пойти и взять топовое место. И, естественно, мы с тобой возьмем именно вот после этого поединка. А потом уже пойдем фармить Крэнга. Крэнг мне очень-очень нужен. Я хочу его прокачать, ребята, до, ну, фулл звезд, во-первых. Фулл золотых звезд. Ну, а потом, конечно же, перевести его в платиновый ранг. Так, здесь все на изи, как ты понимаешь, да? Уничтожаем и занимаем топовое место. Там у нас еще, конечно, будут сегодня осколки, но вот я не знаю, стоит ли на них идти или все-таки полностью себя, как говорится, отдать фарму. Наверное, все-таки фарму отдадим, да? Ну что, как ты видишь, мы с тобой вернулись на первое место, на свое законное. Кстати, ты не забывай, что у нас еще здесь в конце недели Донателло ролевой. У нас вообще сколько его ДНК? Я хочу просто глянуть. Мы его переведем вообще или как? Какой ранг он у нас получит? Так, друзья, о, так это же круто. Он у нас будет пятизвездочным, да? 5 золотых звезд, то есть надо будет только перевести его в платину. Это круто. У нас очень много бойцов, друзья мои. Очень много бойцов, которые имеют 5 золотых звезд. Вот я хочу туда подтянуть Крэнга и вот всех остальных. Так, ну что же, бежим сюда. Вот, ребята, усиление технодрома. Так, а у нас здесь еще и классика. Ух, ништяк. Так, ну, бойцы, конечно, так себе, если честно. Что-то я думал, что у нас здесь будет покруче. Ну ладно, на начальных этапах они справятся. Потому что враг, как ты видишь, уже сразу начинает с 40 уровня, да? Не с 10, не с 20, а сразу с 40. Поэтому здесь халявы не будет. Будет все очень жестко и напряженно. Ну, пока эти ребята справляться, естественно, будут. С этой волной разберутся, со второй разберутся. На третьей мы с тобой посмотрим, как у нас пойдут дела. Так, вот они. Бибоп, Рокстеди, два кланфутовца и был Маузер. Здесь, конечно же, все легко и просто, потому что их здесь, во-первых, мало, и они не такие сильные. Так что двигаемся дальше. Но зато мы получаем с тобой ДНК на нашего бибопа классического, что немаловажно. Так, здесь у нас Рокстеди. ДНК на него выпадает, поэтому поехали. Сразу же, ребят, ставим на автобой, потому что здесь, ну, нет смысла мне самому играть в ручном режиме. Они сами здесь разберутся с ними без проблем. Но волн, как ты видишь, уже 4 штуки. И, насколько ты мог заметить, мы не убиваем уже противников наших с первого удара. То есть приходится попыхтеть. Так, двигаемся сюда. Это у нас уже вторая волна. Так, тут с удара. Ну, тут, видишь, ага, Майки делает двойную атаку, отлично. Тут с удара. С удара и... Ну, тут с удара, понятное дело. Так, переходим на третью волну. Опять же, здесь Бибоп и Рокстеди стоят, поджидают нас вместе со своими кланфутовцами. И, по-моему, если не ошибаюсь, сейчас будет босс, да? Технодром. Самый первый этаж. Должен быть, по-моему, да. Самый первый этаж, ребят, ну, тут без проблем. В принципе, мы его разнесем. Раз удар. Два удар. И третий. Кто будет делать? Донни. Молодец, красавчик. Ну что, как ты видишь, прошли. Но самое интересное-то впереди. Самое интересное, самое сложное. Так, Рокстеди ДНК мы получили. Классический шредер. Смотрим, друзья мои. 65 уровень. Ну, то есть, представляешь, да, уже. То есть, в зоне риска у нас с тобой Сплинтер, поэтому мы его, наверное, уберем все-таки отсюда. Будем играть без него. Поехали. Я знаю, что мы в меньшинстве, но у нас все-таки соточка, кроме Майки. Майки у нас 90 уровня. А, вру, друзья мои, у нас же Донни 80-го. Че это я? Я совсем забыл, что Донни 80 уровня. Ну, здесь, по крайней мере, против 60-х он должен выстоять. Потому что не забывай, что у него повышенная защита. Это как бы его конек, да? Перед остальными черепашками. Поэтому, ну, если, естественно, все на него нападут, он не выдержит натиска. Но я думаю, что братья ему помогут. Причем, смотри, у нас с тобой вся команда состоит из черепашек. Именно из этих вот братьев.
из мультсериала 2012 года. Так, ну что, здесь мы тоже с тобой. Опа. Отлично, переходим на третью волну. Здесь их 5. 5 волн, по-моему, с этим не разбираемся. И мы получаем с тобой первый этаж технодрома. И будет еще второй этаж технодрома, да. По-моему, так. Все, отлично. Переходим с тобой дальше. Дай-ка я, наверное, в ручной режим перейду. Ага, не попал. Как ты видишь, он не попал. Поэтому давай мы его наказывать будем. Двойная атака от Майки. И до не добьешь? Не добил. Уровень, потому что здесь уже выше. Так, ну и мы переходим с тобой на второй этаж, где еще у него тут одна щупальца. Наверное, мы сделаем с тобой вот так вот апперкотик. Постепенный урон не повесили, к сожалению. Он не попадает по нам. Здесь нет смысла, ребята, вешать уклонение, потому что мы и так здесь слишком сильные. Вот проникающий можно сделать. Все. Ну что же, прошли. Мы с тобой получаем ДНК на классического Шреддера. И двигаемся, конечно же, дальше. Дальше у нас Крэнк и еще Крэнк. Странно, как-то два Крэнга. Ну ладно, ну тут уже смотри, 70-75 уровень. Так что нужно быть еще осторожнее и аккуратнее. Поехали. Вырубаем с тобой маузеров. По возможности, их в первую очередь нужно валить, потому что иначе они своими криками тут достанут. Твою налево, не успел, да? Ладно, добиваем. Так, консервные банки, тут 6 волн. Подожди, а у нас на последнем событии получается будет 7, что ли, волн? Да ну. А, да, скорее всего, 7 волн будет. Потому что там будет все шайка-лейка ихняя, да? И ко всему прочему там будет этот, сам глаз, глаз технодрома. Окей. Так, маузера минус. Да не бомбят очень слабо, поэтому как бы здесь переживать вообще не стоит. Насчет этих консервных банок. Так, вырубили и... вырубили. Так, Бибоп и Рокстеди. Но здесь можно, в принципе, одну массовую атаку сделать. Как я думаю. Вот так вот. Добьем носорога и... ушатаешь ты его? Нет, не ушатаешь. Все, и погнали. Первый этаж, второй и третий этаж технодрома. Но здесь уже будет серьезно бомбить, поэтому сделаем с тобой доп. Защиту. Угу. Так, отлично. Я думаю, уклонение пока не стоит, ребят, активировать здесь. Пока не стоит. Давай попробуем апперкотик. Да, вырубили. Переходим с тобой на второй этаж. Эта клешня будет немножко посложнее, но думаю, мы все равно с тобой справимся. Раз. Так, в Доне, да, метит. Ну, понятное дело, выбирает по слабости персонажа, и Дони в этом случае действительно слаб. Так, и добивка, скорее всего. Переходим на третий этаж. Но здесь уже не этаж, ребята, здесь вот эти вот братаны. Так, возьму-ка я, наверное, пожалуй, провокацию здесь. Рафаэль берет провокацию. Мы берем еще с тобой уклонение здесь. А последнее событие у нас будет, да? Мы с тобой, знаешь, куда пойдем? Вон туда, выше, и там уже будет глаз технодрома. Так, минус Крэнк, что-то он тут вообще ватный. А этот... ага, понял, что ты задумал. Так, получил. Попкорн. Это, по-моему, иммунка. Да, иммунитет повысили. Так, пробьем. Ну, неплохо, неплохо все равно, ребят. Минус Шреддер. Ну, и теперь берем с тобой. Так, Рокстеди. Я даже хиляться здесь не буду. Так, справимся. Раз. И сейчас добьем. Да ладно, успокойся ты. Даже не попал. Все. Ну и на последнем, как я уже сказал, испытании нам придется сразиться с глазом технодрома. Но если мы с тобой сделаем все правильно и нормально, то пройдем. Возможно, даже на 3 звезды. Единственное, конечно, здесь это Донни. Донни это, ребят, ну как бы тебе сказать, наше слабое звено. Вот так тебе выскажу. Здесь нам придется использовать практически все. И уклонение, и... провокацию Рафаэля, в общем, все.
Если мы хотим, чтобы наш Донни, как говорится, выжил. Видишь, он начинает получать повреждения. Ладно, хорошо, у нас с тобой есть два хила все-таки. Как ни крути, да, это Микеланджело и Леонардо. Поэтому захиляемся. Как говорится, не пропадем. Давай-ка я, наверное, вот сюда вот ударю. Добивку. Нет, я сделаю лучше защиту. Да, сделаем защиту с тобой. Теперь попробуем пробить. Норм. И Маузер. Маузера мы тоже с тобой уничтожаем. Да, тут 7 волн у нас на последнем этапе. Так, ну с этими хотелось бы, конечно, по-быстренькому разобраться. С помощью, например, той же самой массовой атаки, если честно. Но уже тогда не будем. Хотя... Нет, не будем. Блин, я же не хотел. Ладно, фиг с ним. Я хотел ударить посохом. Ну, фиг с ним. Так, нам понизили с тобой атаку. Вырубаем клан футовца. Плюс консервную банку. И сможешь завалить, а, Майки? Нифига не сможешь. А, у него атака пониженная. Вот в чем проблема. Окей, ну что, вот с этими голодранцами теперь нужно как-то справиться по-быренькому. Да фиг его знает. Давай, наверное, вот так сделаем с тобой. Так, и я думаю, что надо все-таки брать провокацию. Не буду я ничего брать пока. А вот теперь буду. Берем провокацию на Рафаэле. Началось. Блин, они еще и броню себе настакали. Щет. Так, погоди. Блин, нам нужно, ребят, броню снимать. А у них по две брони, офигеть. Да еще, скорее всего, нам придется с тобой хильнуться. Так, тут надо, наверное, делать массовую атаку, скорее всего. Да вы запарили, ну серьезно, а? Так. Блин, хотел же массовую... А, массовой атаки у меня нету. Ладно, давай сделаем так. Блин, у нас провокация еще пока стоит. Ой-ой-ой-ой. Так, там броня, тут броня. Блин, они везде под броней, ребят, стоят. Все, только сейчас минус броня у них. Слушай, надо лечить Рафаэля. И желательно срочно. Сделай-ка, наверное, вот так вот апперкотик. В принципе, неплохо бомбанул. Опять эти ублюдки, а? Ты посмотри, что они делают. Они стакают броню, ребят. Они стакают броню в наглую. Блин, надо было мне их сносить в первую очередь, а не этих, не кабанов, не там. Все, короче, поехали. Надо этих ушлепков вырубать, иначе они тут запарят мне своими этими стаканиями броней и так далее и тому подобное. Так, он иммунку повышает. Давай-ка мы с собой... Тихо. Давай-ка мы займемся вот этим. Да-да-да, правильно. Вот этого кланфутовца нам нужно с тобой убрать. Атака. Сейчас я его добью. Все. Теперь, по крайней мере, нам никто мешать не будет с этими разобраться. Так, мы сняли с него защиту. Хорош трогать моего Доника. Блин, граната бросает. Добиваем. А, нет, не получится. Нет, все нормуль. Нормуль, ребята, получилось. Добили. Так, сняли здесь броню тоже. Раз. Поставим защиту дополнительную, потому что сейчас будет у нас первый этаж технодрома. Так, уклоняху я пока не буду активировать. Да что ж такое тугой-то, а, на разбор-то. Все. Так, ну что, у нас первый этаж. Так, первая щупальца. Поехали. Фигово как-то. Да, по донику бомбит. По донику. Что, нам, наверное, придется с тобой применить лечение. Если мы хотим, чтобы Донателло у нас выжил. И вот так сделаю. Так, щупальца по всем, да, сейчас типа ударило. Так, и добивка, надеюсь.
Все, переходим с тобой на второй этаж. Здесь у нас еще одна клешня. Вот я не знаю, стоит ли нам здесь уклонение. Давай, наверное, уклонение влепим здесь. Вот так вот. И посмотрим. Попадает. Попадает. Так, ну-ка, проникающим. Опа, вырубили сразу же. Так, а вот и голодранцы здесь. Ну что, массовая атака у нас есть? Нету, да? Бери провокацию тогда, Рафаэль. Ага, есть все-таки у нас. Ну-ка, поехали. Шреддер сразу в минус ушел. Так, Кренга вырубим. Вырубили Кренга. Бибоп погибает. И Рокстеди граната, да, пуляет. И не попадает. Все. Типа босс. Типа босс, ребята, это глаз. Да-да-да. Ох, всевидящие технодромы. Ух, поехали. Так. Нормуль. Сейчас начнет, конечно, этими. Ух, блин, как бомбанул-то жестко, а? Посмотри. Естественно, хильнемся здесь. Потому что Майки не особо силен в атаке. Теперь попробуем так сделать. Е! Изи, друзья мои, изи. Ну почему изи? Потому что мы с тобой прошли этот технодром, никого не потеряли. Причем не полным составом. Круто. Теперь мы можем с тобой спокойненько здесь пытаться фармить Кренга, да-да, ребята, Кренга классического. Единственная проблема, что, по-моему, да, дают по одному ДНК. Это как бы, ну, немножечко обидно. Так, ну что, давай, наверное, попробуем сейчас вот здесь вот вытащить. Попытаемся. Не вышло. Опять мимо. Вот. Есть. Дело такое пошло, ребята. Теперь здесь 30 жетонов. Ну, я думаю, что завтра, да, наверное, мы с тобой пройдем платиновое вот это вот событие. Союзники. Ну и попробуем набить себе вот этих вот, не знаю. Видишь, как бы тебе объяснить, я бы мог бы полностью делать акцент именно на добыче и на фарме вот этих вот элементов, если бы мне не надо было бы здесь, как ты понимаешь, фармить своих персонажей. Понимаешь, вот в этом вся соль, что мне нужно, блин, фармить персонажей. И в то же время нужны вот эти вот элементы, чтобы прокачивать им скиллы. Так как мне не разорваться, я выбираю меньше из зол, как говорится, да? Ну что, нам еще надо вот это вот, наверное, набить по-быренькому. Ну, самое главное, что я пришел, я прошел. Я даже получил сверху одну ДНК на Кренга. И это уже круто. Завтра попытаемся с тобой, наверное, пройти, ну, как я уже говорил, события союзники. Не знаю, наверное, фармить мы там не будем. Просто пройдем его, получим эти элементы и пойдем уже фармить Кренга или кого там, Биба с Рокстеди. Там уже определимся. И если бы у нас было бы сейчас, например, событие, где разыгрывался бы Кренг, да? Ну, я имею в виду награда за недельное, да? Недельная награда, вот как сейчас у нас Донателло ролевой. Я бы даже не парился бы, потому что я был бы уверен на 100%, что мы с тобой взяли бы топчик, получили бы там эти, сколько дают-то, 50 или сколько, или 70, я уже не помню, сколько карточек-то вообще дают за первое место. Это, в принципе, можно сейчас посмотреть на примере Донателло, да? По-моему, там 55 или 70, нет, 55, по-моему. 70 это слишком кучеряво было мы. Так, ну что, прошли? Прошли. Так, по-моему, еще там одно событие у нас остается. Сейчас мы... Это все, ребята, только ради того, чтобы получить телепорты себе сверху. Они у нас очень часто тратятся, поэтому вот приходится вот таким вот образом немножечко восполнять себе. Кстати, у нас уже 1500 долларов накоплено. Пока мы тратить их не будем, нам и не на что, и некуда. Вроде бы пока справляемся. Пускай они копятся, да? Так, Супер Шреддер делает зачем-то восстановление. Не знаю, зачем он это делает. Сердцебиение свое.
тысяч. Так, в ответку нате. Так, клинки. Клинки выкидывает, ребята. Он еще и замедляет противника. Супер Шреддер. Ну и естественно Бакстер Стокман своими ракетами уничтожит кого угодно. Все, на твоих глазах мы получили последние 6 телепортов. Итого у нас 136, $1500, 495 жетонов. Вот так. Ну и остается поднять уровень персонажу. А уровень персонажу мы повышаем с тобой кому? О, Шреддер классический. Прекрасно. 55 уровень. Отлично. Забираем награды. И будем закругляться, друзья. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков, ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты.